Нас здесь не ждут. Уже хорошо. Да, это точно. Парни, сколько их? Считайте. Восемь, девять, десять. Да, многовато. Основательно они здесь устроились. На вышке двое. Дроздов вместе с Гордеевым займешься ими. Иначе к составу не подойти. Есть. Сделаем, командир. А дальше как? Дальше. До вагона с горючим 100 метров. Взрывчатку установлю я. Нужен удобный момент. Ну и до хрена же их там. Будет непросто, парни. Командир, может, темноты дождемся? Нет, к ночи состав уйдет. Ага. Работаем по плану. Ну вот, кажется, на обед уходит. Все, ребята, давай, пошли. Понятно. Держи. Осторожно. Ковтун со мной. Пашутин, Иванов, прикрытие. Ты, Леша, на взрыватели. Коль, ну почему я? Какой тебе Коля? На задание тебе не брат, а командир. Слушаюсь, товарищ командир. На, держи. Вернешь после задания. Если что, позаботишься о ней. Да ладно, товарищ капитан. Все будет в порядке. Огневая позиция 3 метра впереди. К бою! Пятку прижать. Правая нога продолжение тела. Михеенко, пальцы поправь. Заряжай. Рядовой Михеенко готов. Рядовой Емудов готов. Рядовой Надев готов. Огонь! Ich muss mal, ganz schnell. Tu das. Du hast aber schöne Zeit gefunden, um spielen zu gehen. Прикрой. Was soll's? So ist das. Помогай. Da bist du aber schnell.
Каска. Wann geht der Zug? In 20 Minuten, habe ich gehört. Dieter hat gesagt. Ruf auch dort nach. Ja, gleich. Wann wir von hier verlegt werden? Och, wer weiß. Einer hat gesagt, einige Tage. Je eher, desto besser. Was war das? Hast du nicht gehört? Was? Nein? Hör euch, ich geh mal gucken. Na, was war da? Alles scheint in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich Ratten, du hast dich verhört. Naja, kann sein. Того, что справа. Seid ihr eingeschlafen? Mensch, etwas stimmt hier nicht. Приготовься. Офицеров бей! Есть! Отходим! Коптон, играй справа! Есть! Гордеев, прикрой!
Давай к нашим! Уходим! Понял. Ты что, бросьте Аня? Меня! Держись, Аня, держись! Пошутин, прикрой командира! Осторожно! Поднимайся, давай, уходим! Саня. Давай! Давай, Сашка! Чё застыл? Давай! Старший лейтенант Ершова, прекратить стрельбу! Взвод! Прекратить стрельбу! Встать! Смирно! Отделение, стой! Налево! Вольно! Вольно! Ну вот, Оля, принимай пополнение. Призыв 27-го года. Это ваш командир, старший лейтенант Ершова. Слушаться ее, как мать родную. А стрельбе в положении лежа вы обучаете? Да, и лежа тоже. Малюткин, выйди из строя. Что вы себе позволяете, рядовой? Ты еще пороху не нюхал, а уже язык распускаешь. Запомните все, война еще не закончилась. Не сегодня-завтра вы окажетесь в бою, вы солдаты. И те навыки, что вы получите здесь, могут защитить вас от смерти. Ваша жизнь зависит от старшего лейтенанта Ершовой. Это ваш непосредственный начальник. И вы обязаны его слушаться. Вопросы? Никак, никак нет. Как нет. Поняли меня, рядовой? Есть слушаться, товарищ майор. Встаньте в строй. Товарищ старший лейтенант, можете продолжать. Есть. Я тебе дам из положения лежа. Кто из вас умеет хорошо стрелять? У нас оружие старое. И прицел сбитый тоже, из него попасть невозможно. Дайте винтовку. Разойдись. Мишень! Есть! В точку! Товарищ лейтенант! Две десятки! Вот. Еще есть вопросы или будем учиться? Никак, нет. Тогда всем приготовиться к стрельбе. Есть! Быстро! Есть! Первое занятие, Малюткин, мы будем учиться стрелять из положения лежа. Всем раздать патроны. Что, зябко? Немного. Коньяку хочешь? Можно. Thanks. А здесь не опасно? Почему вы работаете так близко к линии фронта? Находиться здесь вынужденная мера. Для чего? Каждый час мы перехватываем новые радиограммы и можем оперативно сопоставлять их с действиями врага. Те данные английской разведки, которые привезли в Уитбридж, также могут существенно продвинуть нас в расшифровке немецкого кода. Однако уже сейчас ясно, что это будет непросто. У нас в штабе генерал Джаров посчитает лучшим русским специалистом по дешифровке. И я надеюсь, что мы с вами справимся с этим новым кодом так же легко, как вы справились со сложнейшими Омега и Галилей. It's incredible. Это было гениально. Ладно, не перехваливайте. Поживем, увидим. Валер, давай побыстрее. Мы тебя не просим. Оставьте меня. Командир, ну не могу больше. Молчи, брат. Останови. Береги силы. Молчи, Саня.
Остановимся здесь. Пусть передохнет. Кладем аккуратно. Белов, просьба у меня к тебе. Таня, скажи, я не могу. Да ты чего, Саш? Давай, потерпи, брат, потерпи. Ждем, а осень мы с... Саша. На проселке. Так, автоматы немецкие, а это наш ТТ. Давайте за мной, быстро! Пошли, быстро! Куда они здесь? Контур старший на мост. Есть! Я за машиной. Есть! За мной! Гадеев! Гранату! Граната! Проверить убитых и раненых! Пашутин, на прикрытие! Все в порядке, товарищ генерал-майор? Да уж, в порядке. Как рука, Бридж? It's okay. Thanks. Nothing happened. Кто такой? Капитан Белов.
Откуда и из какой части? Командир разведгруппы 314-го полка, 3-й белорусский. Помогите полковнику. В живых остался кто-нибудь? Никак нет, все погибли. Да, попали. Рябцев. Как же это могло случиться? Товарищ генерал-майор, тут оставаться небезопасно. Вам как можно скорее нужно уехать отсюда. Убитых мы похороним. Товарищ генерал-майор, вот документы ваших бойцов. Нам с полковником срочно нужно в штаб. Организуем. Пашутин, Гордеев! Я! Сопроводите, товарищ генерал-майор. Есть! Спасибо, капитан. Не за что. Как вы? Нормально. Thanks, Captain. Ждем, а 8 мы с вами найдем. Спрячем оружие в лесу. Собрать оружие. Принесите Дроздова. Похороним ребят и выдвигаемся. Есть, товарищ капитан. Кашки, товарищ майор. Давай. На здоровье. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Оля, да не волнуйся ты так, ну. Так ведь давно уж должны были вернуться. Так, хватит хандрить. Поешь лучше. Да что-то не хочется. Старший лейтенант Ершова, приказываю обедать. Есть. Где Саша? Где он? Где Саша? Что с ним? Почему вы молчите? Как же так? Товарищ капитан, как же так? Зайди.
Знаешь, Коля, мне страшно за нас. Каждый день как последний. А ведь мы с тобой еще совсем молодые. Знаешь, вот когда кругом вот так тихо, как сейчас, я глаза закрываю и представляю, что и нет никакой войны, а мирное время. И солнце светит, и деревья цветут. И так как-то хорошо становится. Так, старший лейтенант Ершова, вам часто глаза закрывать нельзя. Снайпера пропустить. Тебе бы только шутить, Белов. Если оппонент перехватил криптограмму длиной больше, чем расстояние единственности, то он всегда может без знания ключа дешифровать ее единственно правильным образом, так? Yes. У нас есть два ключевых слова. Разведчик местности. What? Я не понял. Just a moment. Сейчас, минуту. Ground Scout. Ground Scout, yes, 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 yes. I know what you mean, exactly. Разведчик местности. Я думаю, дорогой мой полковник, нам нужно проверить вот эту схему. Она нам даст доступ ко всему массиву информации. Ground Scout, okay. Действуйте. Why not? Сделаем. Я надеюсь. Разведчик местности. Ground Scout. Hey. Слушаю. Пригласите, пожалуйста, Антоненко. Есть. Можете войти. Угу. Вы звали, товарищ генерал-майор? Проходи, присаживайся. Скажи-ка мне, Володя, я по поводу засады, в которой мы попали с Бриджем. Кто отрабатывал маршрут? Рябцев, товарищ генерал-майор. Насколько я знаю, планированием этого маршрута занимался лично ты. Так точно, товарищ генерал-майор. Но проверкой безопасности занимался Рябцев. На этой дороге никого не должно было быть. Линия фронта находится далеко. Маршрут проверен был заранее. По крайней мере, так утверждал Рябцев. Рябцев, говоришь? Так точно. Ну-ну. А как ты думаешь, почему вы попали в эту засаду? Не могу знать, товарищ генерал-майор. Понятно. Ладно. Ладно, разберемся. Вот что, Володя, найди-ка ты мне вот этого человека и доставь его сюда. Есть. Разрешите идти? Свободен. Альбатрос, антицентрале. Альбатрос, центр. Операция по захвату объекта в квадрате 43-40 провалена. Жду дальнейших указаний. Приготовиться к высадке. Центр Альбатросу. В ваш квадрат направляется агент Омега для ликвидации объекта. Ваша задача информировать его обо всех действиях объекта. Связь с агентом по каналу 4. Раз, принять вправо, освободить проезд. Раз, два, три. Майор Антоненко. Командир разведроты, майор Плоткин. Приказано сопроводить капитана Белова. У меня документы. Белов! Слушаю, товарищ майор. С вещами в штабной палатке через 5 минут. Живо! Есть! Прошу. Thank you.
Что случилось? Куда вас, товарищ капитан? Скоро узнаю. Сбегай за Ольгой на всякий случай. Попрощаться. Есть, товарищ капитан. Ершова не видел? На стрельбище, товарищ старшина. Ага. Ничего, ничего, мужики. Разберемся. Оля, Ершова, Белова куда-то увозят. Товарищ майор, капитан Белов по вашему приказу прибыл. С этого момента поступаете в распоряжение майора Антоненко. Но... Без «но». Выполняйте приказ, капитан. Слушаюсь, товарищ майор. Следуйте за мной, капитан. Что это? Подпишите, капитан. Обязательство о неразглашении. Все, что с вами с этой минуты будет происходить, государственная тайна. Ознакомьтесь и подпишите. Ничего себе. Подписывай давай. Садитесь в машину. Куда мы едем? Куда надо. Отлично. Мое любимое направление. Садись. Неужели опять? А куда его? Таким прошлым его до конца жизни в покое не оставят. Похоже, что так. Здравия желаю. Дешифратор доставили? Так точно, американский. Садитесь в машину. Есть. Возвращайтесь в часть. Не помнишь ее? Кто это такая? Это ж своячница, Михася и Ганна. Здравствуйте. День добрый. Добрый. Дядя! Дядя Михась! Марта! Марта! Добрый день, дядя Михась. Как ты тут опынулась? Девчонка проездом. Моя. Ну, заходь. Вот, заходь. В гости приехала. Ганна! Ганна! Давай, потрывай.
Марта, тетя! Ленница моя! Как же ж ты выросла, моя девчонка! Иди до дому, такая пригожая! Следуйте за мной, капитан. Отнесите дешифратор в спецчасть. Есть. Следуйте за мной. У себя? У себя. Но пока занят. Подождите. Здрасте. Джордж, держите меня в курсе всего. У нас очень мало времени. Новую шифровальную машину привезли? Так точно. Отлично. Надеюсь, теперь дела пойдут быстрее. Джордж, помогите сотрудникам с инструкцией. Она наверняка на английском языке. No problem, General. Nice to see you, Captain. See you. Товарищ генерал-майор, капитан Белов в ваше распоряжение прибыл. А, герой, проходи. А вы подождите. Не смущайся, присаживайся. А я и не смущаюсь. Значит, Белов Николай Федорович. 12-го года рождения, город Смоленск. Образование 8 классов. Видишь, вот справки о тебе навел. По какой статье сидел Белов? Так у вас в папке все написано. Слушаю. Светлана, сделайте нам 2 чая, пожалуйста. Есть. Я от тебя хочу услышать, герой. За пропаганду терроризма среди рабочей молодежи. Так. Освободился в мае 39-го. Значит, недолго сидел. Ошибка вышла. Так точно, товарищ генерал-майор. Тут вот какое дело. В тот день, когда мы познакомились с тобой. Спасибо, не курю. Погиб начальник моей охраны. Рябцев Сергей. Сиди. Улавливаешь мысль? Никак нет, товарищ генерал-майор. Мне нужен человек надежный. На его место. Может, я, конечно, рискую. Но я тебя видел в деле. Пойдешь ко мне служить? Да я... Спасибо за доверие, товарищ генерал-майор. Ну, в таком случае, ответь мне на один вопрос, Белов. Что ты думаешь по поводу этого происшествия? Судя по всему, там была засада. И немцы определенно вас там ждали. Ну, теперь ты будешь отвечать за то, чтобы нас никто не ждал. Я буду стараться. Разрешите идти? Идите. Товарищ генерал-майор, можно просьбу? Можно мне работать с моими ребятами из разведгруппы? Все ребята проверенные, надежные. Отвечаю как сам за себя. Работайте, Белов. Есть.
Антоненко, зайдите. Есть. Спасибо. Обустройте капитана и познакомьтесь со всеми сотрудниками штаба. Слушаю, товарищ генерал-майор. Разрешите идти? Идите. Если мы принимаем за основу эту комбинацию цифр, то ваша трактовка бридж обретает смысл. А что, если мы ошибаемся? Мне кажется, нужно искать глубже. А криптографы версию имеют? Генерал-майор Жаров слушает. Завтра? Мы делаем все, что возможно. Передайте генералу Шпаку, что в штабе к его приезду готовы. Да. Капитана Белова срочно ко мне. Завтра прибывает генерал Шпак, надо успеть. Так, что у нас тут, бридж? Худшей. Держи себе, Марта. Все будет хорошо, тетя. Добро, дядя. О, пошла! Ребята, готовимся к приезду важных гостей и выходу из штаба генерала Жарова. Здесь, товарищ капитан, место, конечно, гиблое. Я на месте командующего, сюда лучше штрафбат разместил бы. Пашутин, вот будешь маршалом, так и поступишь. Только меня, пожалуйста, в комендатуру. Леш, доложи обстановку. По всему периметру расставили людей, отслеживаем подъезды к зданию. Но где-то в километре, вот здесь, несколько хороших точек для ведения огня по зданию. Есть несколько вариантов и наши огневые точки подавить, и просто, если хороший снайпер... Так, Иванов, полностью отвечаешь за безопасность внутри здания. Угу. Петя, если что нужно, говори сейчас, потом времени не будет. Да нет, все нормально. Значит так, все окна плотно закрыть. Все входы заблокировать, кроме главного и одного резервного. Я еще на крыше пару точек поставил. Молодец. Угу. Ну, ребята, смотрите в оба. Вот и гости. Ковтун. Да. Следишь за главной аллеей. Пашутин, Гордеев, контролируйте вон ту часть парка.
Так, ты на вход. Понял. Леша к шлагбауму. Есть. Я держу Жарова. Все всем понятно? Да. Выполняй. Есть. Есть. Товарищ генерал-лейтенант... Ну, здравствуй, Андрей Петрович. Товарищ генерал-лейтенант... Ну, здравствуй, Андрей Петрович. Прошу извинить, товарищ генерал-майор, за вторжение, но в целях безопасности вам нужно покинуть открытую площадку. Есть покинуть открытую площадку. Вот этот отчаянный парень нас Брижем и спас. Талант? Понятно. Выпейте чаю. А то я вижу, вы совсем издергались. Спасибо, Свет. Чаю, товарищ майор. Спасибо, не надо. Долго они еще? Да никто не знает. В прошлый раз до 12 ночи сидели. Мне кажется, капитан Белов, вы не даете себе отчета в том, что происходит. Это вам не санаторий, какой чай. Света, вам больше нечем заняться? Простите, но я... Садитесь. Виноват, товарищ майор. Товарищ генерал-лейтенант, вы требуете от нас слишком многого. Я предупреждал, код сложный. Мы делаем все, что в наших силах. Значит, не все. Ты понимаешь, какое значение имеет для нас расшифровка немецких радиограмм?
Работа идет, но мне нужно еще время. Хотя бы дней 10. К сожалению, этого времени у нас нет, товарищ генерал-майор. У тебя срок максимум 1 неделя. Союзники помогают как могут. Американцы передали новую шифровальную машину. Британцы предоставили своего лучшего специалиста, полковника Бриджа. Так что, Андрюша, напрягись. Я все прекрасно понимаю, товарищ генерал-лейтенант. Но мои люди и так работают круглосуточно. Товарищ капитан! Что случилось? Там генерал в окне! Белов, ты что, в своем уме? Прошу прощения, товарищ генерал-майор. Нельзя окна открывать. Да что, мне целый день в темноте сидеть? Товарищ генерал-майор, не открывать ни при каких обстоятельствах. Разрешите идти? Идите. О! Строгие у тебя парни, Андрюша. А что делать? Ладно, спасибо за чай. Да не за что, Ваня. И все-таки, я хотел бы получить детальный отчет о проделанной работе. Есть дать отчет о проделанной работе. Прошу. Смирно! Больно? Ну вот так мы и живем. География, математика и немного смекалки. А что, хорошо живете. Ну что там у тебя? Пытаемся, товарищ генерал. Последовательность Фибоначчи. Молодец, пробуй еще. Прямой обратный порядок. Good day, General. А, полковник Бридж. Поздравляю с успешными действиями британской армии против фашистской Германии. Надеюсь, наша с вами следующая встреча будет в Берлине. Я думаю, что вы и без нас справитесь. Ну а кто же нам поможет социализм строить? Только не шотландцы. Мы индивидуалисты. Нам можно только общий жен. Ладно, показывай, что вы там наработали. Ну, Джордж, рассказывай, что сделали. За последнее время мы проделали очень большой объем работы. Благодаря схеме, которую предложил генерал Жараф, мы выяснили, что в группах из 6 цифр первые 2 кодируют наименование объекта и 4 последние координаты. И я думаю, на всю эту работу нам потребуется максимум 2 дня. И мы получим ключ к роду. И тогда мы близки к полной... Так, собрались. Внимание, прикрываем выход генерала. Иванов справа, Пашутин слева. Гордеев, я прикрою аллею. Есть. Ковтун, Леша, остаетесь здесь. Товарищ генерал, выходим. Проводи-ка меня, Андрей, прогуляемся. Черт, а где же я мог оставить? Что-то потерял? Да зажигалка, именная, подарок друга, погиб в 41-м.
Может, спецчасти оставил? Да не мог я ее спецчасти оставить, она всегда при мне. Белов. Слушаю, товарищ генерал. Товарищ генерал, зажигалку потерял. Именную. Пусть твои бойцы посмотрят. Есть. Леша. Я. Найди зажигалку генерала, она где-то в спецчасти. Товарищ капитан, разрешите забрать зажигалку, товарищ генерал-лейтенант? Забирайте. Извините, здесь товарищ генерал-лейтенант забыл зажигалку. Это? Да, спасибо. И еще. Вчера наш берлинский резидент передал важную информацию. Немцы знают место расположения твоего секретного центра. Им также известно, что ты близок к раскрытию кода. Сейчас, как никогда, Андрей, ты представляешь для них серьезную опасность. Короче, они решили меня устранить, так? В общем, да. У меня слишком много работы. И нет времени, чтобы думать еще и об этом. Вот для этого и перебрасываем из Москвы тебе опытного оперативника. Майор Клёнин, СМЕРШ. Он тебе поможет. Ну, береги себя, Андрей. Спасибо. Товарищ генерал! Там, в парке. Пропустить машину! Мы? Леш, Леш, братишка, ты что? Врача, быстро! Леша, ну ответь же мне, Лешка. Леш. Ну как же так? Леша, брат, не умирай. Леха. Прочесать все вокруг! Весь парк, быстро! Альбатрос центру. Ситуация осложнилась. Агенту Омега срочно требуется группа прикрытия. Центр Альбатрос. В ваш квадрат выслана оперативная группа. Место дислокации – точка 14. Все действия группы координируются агентом Омега.
Бегом! Ты же понимаешь, мы с тобой здесь не военные корреспонденты, чтобы решать, кто здесь подвиги совершает, а кто спит на посту. Ты меня понял? Так точно. Обустраивай людей. Есть. Равняйся, смирно. Капитан, приступайте к размещению бойцов. Есть. Отделение. Сейчас разрушаем. Здравия желаю, товарищ майор. Цель вашего прибытия. Майор Клёнин. СМЕРШ. Проводите меня к генералу Жарову. Есть. Сюда прошу. Направо. К казармам. Бегом. Марш. Живей. Простите, вы куда? Генералу. Он никого не принимает. Меня примет. Обратят внимание на третий столбец. Здравствуйте. Майор Клёнин, СМЕРШ. Проходите. Как добрались? Нормально. Простите, приболел. Присаживайтесь. Мне генерал Шпак говорил о вашем приезде. Слушаю. Приготовьте нам, пожалуйста, чай с медом. Побольше меду. Я слышал о том, что с вами произошло. Досадно. Досадно. Я по счастливой случайности в живых остался. Спасибо генералу Шпаку, который зажигалку свою забыл. Боец бросился возвращать и нарвался на пулю, которая предназначалась мне. А вы говорите досадно. Досадно, что я приехал слишком поздно. Ну что ж, так вот, неделю тому назад наши агентурные источники в Берлине сообщили о том, что немцы собираются противостоять вторжению советских войск в Восточную Пруссию. Чай. Прошу. Спасибо. Благодарю. И еще. Противнику известно, что у вас имеется уникальная информация о состоянии немецкого фронта. Одно знаем точно. Утечка здесь. У вас. У себя? Это тебе. Откуда? Американская, настоящая. А это кто такой молодой бравый? А ты что, ревнуешь? Может, и ревную. Майор Клёнин, СМЕРШ. Вечером в 10 на том же месте. Хорошо. Вы лично сами не задумывались, каким образом могло быть организовано покушение на вас? Вы сами лично. У вас есть какие-то предположения на этот счет? У меня нет оснований подозревать кого-то конкретно. У нас также имеется информация, что к вам в тыл перебросили группу диверсантов, которые сконцентрировались вокруг снайпера. И я надеюсь, что мы найдем их раньше, чем они снова повторят свою попытку покушения на вас. Чем я могу помочь? Мне нужен список ваших сотрудников. Я хочу допросить их. Послушайте, товарищ майор, какие допросы? Да у меня каждый сотрудник на счету. Я не имею права останавливать работу ради ваших поисковых мероприятий. Товарищ генерал-майор, вы мне нужны живым. А те, кто на вас охотятся, мертвыми. И я их найду. С медом. Хорошо. И еще. Товарищ генерал-майор, у меня к вам будет только одна убедительная просьба. Давайте не будем друг другу мешать. Вы будете делать свое дело, а я свое. Согласен. Спасибо. Давно слушаете, что ли? Около 6 месяцев.
казармах, поскольку человек проживает. Так, какие ваши обязанности? Я здесь машинами работаю, механик. Понятно. Кто еще с вами работает? Я один, у меня спецмашина. Угу. Как ваши дела? Опросили рядовых, пока ничего подозрительного. Работаем с младшим офицерским составом. А начальник охраны? Так точно, товарищ майор. Продолжайте допрос. А перевели вас откуда? Я все изложил в письменном виде. Равняй! А, хорошо. Вера! Рави! Бегу! А! Парком любуетесь? У меня здесь брат погиб. Сочувствую. Меня зовут майор Клёнин. СМЕРШ. Я надеюсь, вы сами понимаете, что покушение на генерала было не последним. И нам нужно более тщательно подготовить его безопасность. Да, я понимаю. Странный выбор. Вы о чем? Почему генерал Жаров выбрал именно вас отвечать за его безопасность? Человека без опыта и без специальных знаний. И еще с таким прошлым. Простите. Вам бы корень солодки заварить. Мне мама всегда при кашле давала. Спасибо, попробую. Давайте побеседуем. Пойдемте. Вы знаете, если честно говоря, я после этого случая от вас избавился. Но не имею права. Это дело Жарова. Но я бы избавился. Такие поступки непростительны. Сам знаю. Я подал рапорт, но товарищ генерал-майор отказал. Поймите, у меня мало людей. Что можем, делаем. Но хватить такую территорию, 3 гектара, роту нужно, а у меня всего человек 20. Уже 19. Ладно. Мы имеем дело с диверсантами, среди которых очень опытный снайпер. И, может быть, даже не один. Кстати, пулю извлекли? Так точно, товарищ майор. В лазарете. Хорошо. Разберемся. Разрешите обратиться, товарищ майор. Что еще? Дело в том, что есть один человек, девушка. Лучшего снайпера я не знаю. Настоящий ас в своем деле. 18 немецких снайперов в активе. Да еще чемпион по стрельбе. Она могла бы быть отличным экспертом в этом расследовании. Вы думаете? Как ее фамилия? Ольга Ершова, она из моей части. Хорошо. Доложите об этом генералу. Пусть он решает. Верно. Садитесь. Здравия желаю, товарищ. Здравия майор. Желаю, товарищ майор. Здравствуйте. Садитесь. Чайку не хотите, товарищ майор? А? Нет, нет, спасибо. Оля. Старший лейтенант Ершова. Товарищ майор. Сиди, сиди. Командирует тебя. Вот приказ. Куда, на фронт? Не знаю. Давай, собирай вещи. За тобой скоро приедут. Fertig, wir können gehen. Mach schon. In Ruhe, in Ruhe.
Ja, wichtig, wohl bewahren, ja. Ja, ja. Also, wir sind schon soweit. Фадеев! Слушаю, товарищ майор. Проверьте ближайшие деревни на наличие посторонних. И отправьте пулю в Москву на экспертизу. Баллистам, третий отдел. Есть, товарищ майор. Выполняйте. Здравствуйте. Говорит майор Клёнин. СМЕРШ, я отправил вам на экспертизу пулю, вещдок. Да, мне нужна полная информация, как можно быстрее, срочно. Спасибо. В доме есть. Какие чужие? Никого вперед. Нет! Нам дом необходимо своих. Смотреть дом. За мной! Есть. Борисов! Есть. Осмотреть ближайшие дома! Есть. Осмотреть дома! Зайди с левой стороны! В доме кто есть? Дома никого нет! Только сейчас все. Разберемся. Jetzt bitte. Hast du völlig recht. Ja, passt auf. Zuhören. Слушайте внимательно. Вы будете подчиняться непосредственно мне. Действуем по плану. Встать. Все последние графики. Вот они. Вот эти, да, отлично. Осмолов. На выход. Работаем, работаем. Где последние графики? Дай мне последние данные. Да-да, войдите. Разрешите? Товарищ майор, лейтенант Осмолов доставлен. Вот график его дежурств за последний месяц. Пригласите его. Осмолов! Лейтенант Осмолов. Присаживайтесь. Осмолов. Скажите, вы не замечали ничего подозрительного последние 2-3 недели? Да нет, работа идет, все как обычно. Как обычно? Да. Угу. Сколько вам лет? 35. 35? А родители кто у вас? Инженер оба. А скажите, а ваш напарник Юшкевич, это что за человек? Да, честно говоря, я его плохо знаю. Больше по работе. А вы зачем, спрашиваете? Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Я всегда всех о чем-то спрашиваю. Это моя работа. Насколько я знаю, вы вместе живете в одной казарме. Да. А вы за последнее время за ним ничего не замечали? Странного, необычного? Да нет, ничего. Правда... Правда что? Мне кажется, он верующий. Верующий? Ну, в смысле... В смысле? Религиозный. Еврей, что ли? Да. Молитвы какие-то по ночам читает. Молитвы? Да. По ночам? Угу. Читает? Да. А он случайно по ночам в шахматы не играет с офицерским составом? С полковником Бриджем? Гражданином иностранного государства? Играет? Днем? А кто вам это сказал? Хватит! Что вы мне? Сидеть! Да что ж вы мне пытаетесь вопросы задавать? Здесь вопросы буду задавать я. Объясните мне характер ваших отношений с младшим лейтенантом Жильцовой. Света? Света. Он мой друг. Ваш друг. И она же секретарь генерала Жарова.
которая имеет доступ к секретной информации. А ваши отношения с ней я расцениваю как попытку заполучить эту информацию. Я... Это невозможно. Товарищ майор, хотите, я прямо сейчас женюсь на младшем лейтенанте Жильцовой? Не надо, не надо. Что вы так? Расслабьтесь. Не надо так нервничать. Просто подумайте о том, о чем мы сейчас с вами разговаривали. Вот и все. Хорошо? Угу. Можете идти. Есть. Асмолов. Дурак или прикидывается? Приехали, выходите. 5 минут на загрузку. Еще распоряжение поступаю. В мое. Вы поступаете в распоряжение товарища капитана. Коля. Товарищ капитан, старший лейтенант Ершова, ваше распоряжение прибыло. Вольно. Аккуратнее принимай. Пашутин! Пойдем. Я! В комендатуру! Поставьте старшего лейтенанта Ершова на довольствие. Есть! На вот возьми! Ну пойдем, я тебя познакомлю с генералом. Генерал у себя? У себя, подождите, он занят. Как тебе удалось меня сюда вытащить? Удалось, просто очень соскучился. Что ж, хорошо поработали. Передайте Бриже, чтобы зашел. Перепечатайте, пожалуйста. Я слушаюсь. Вот документы, которые вы запрашивали. Угу. Спасибо. Ну, слушаю. Товарищ генерал-майор, вот та самая девушка-снайпер, о которой я вам докладывал. Вижу, что не парень. Разрешите представить. Старший лейтенант Ершова. Она что, у тебя немая? Никак нет. Как вас зовут? Оля. Оля, у нас тут возникла неприятная ситуация со снайпером. Надеюсь, вы нам поможете в ней разобраться. Да, товарищ генерал-майор. На передовой мне уже приходилось иметь с ними дело. И как, успешно? Успешно. Ну, если вам что-то понадобится... Говорите, у нас здесь хорошие условия. Спасибо, мне ничего не надо. Капитан Белов, обеспечьте, чтобы старший лейтенант Ершова ни в чем не нуждалась. Покажите усадьбу, парк. Все-таки достопримечательность. Есть. Обустраивайтесь. А вы, капитан Белов, зайдите ко мне. Ты что здесь устроил, капитан? Ну-ка сядь. Не понял. Товарищ генерал-майор. Зато я все понял. Ты зачем вызвал сюда эту Ершову? Ты что думаешь, я ничего не вижу? Товарищ генерал-майор, она первоклассный снайпер. Я уже говорил майору Клюнину. Да, тебя-то она мастерски подстрелила. Для этого ты ее сюда вызвал? Поразлечь-то решил? Никак нет, товарищ генерал-майор. На работе это никак не отразится. Она ответственный человек. Я за нее ручаюсь. А за себя поручиться сможешь, герой-любовник? Любишь ее? Люблю, товарищ.
товарищ генерал-майор. Ну, а если любишь, то в твоих интересах сделать все, чтобы ей не навредить. Понял меня, капитан? Так точно, товарищ генерал-майор. Но учти, если узнаю, что вы тут игры устраиваете, разжалую обоих. Все, иди. Что-нибудь случилось? Ничего, потом расскажу. Честь забыл отдать. Молодежь, Адриан Кош. Ну что, старший лейтенант Ершова, начнем экскурсию? Так, это главный вход в здание. Он весь простреливается. Поэтому мы сделали основной вход с тыльной стороны. Так, идем дальше. Это у нас казармы, дальше санчасть, склады, в общем, хозяйство большое. А когда-то здесь была панская усадьба. Да, красиво здесь. Да, места красивые. Если бы не война. Вот, товарищ старший лейтенант, тут у нас госблок, а там у нас очень красивый парк. Товарищ капитан, смотрите. Что там? Похоже, здесь у них была стоянка. Ищите, может быть, еще что-нибудь найдем. Выполнять. Вы верующий, Юшкевич? Я стараюсь никому этим не мешать. Но главное, чтобы это родине не мешало. Итак, значит, ничего подозрительного вы ни за кем не замечали. Товарищ майор, мы работаем по 14 часов в сутки. Вы в штабе уже пятый месяц, не так ли? Так точно. Да-да, войдите. Товарищ майор, нашли. На сегодня вы свободны, Юшкевич. Можете идти. Есть. Нашли что? Стоянку диверсантов и 5 парашютов, товарищ майор. Отлично. Выезжаем прямо сейчас. Есть. Хорошая позиция. Вот с этого дерева он Лёша и убил. А пулю нашли? Да, она у Клёнина. Хотелось бы на нее взглянуть. Я бы тоже отсюда стреляла. Определенно наш снайпер профессионал. И он очень хорошо подготовлен. Отлично знает территорию. И, скорее всего, у него есть подробный план местности. Нужно было просмотреть все эти позиции и выставить людей на особо опасность. Коленька, ты что? Понимаешь, зажигалка и все. Нет, нет человека. Да я матери обещал, что вернемся вдвоем.
Что-нибудь еще здесь нашли? Никак нет. Только 5 парашютов. Высадка произошла примерно сутки тому назад. Товарищ майор, очень странно все это. Они же не стараются скрыть своего присутствия. Почти не замаскировали парашюты, не убрали следы своего ночлега. Слишком в открытую они действуют. Для чего это? Зябко тут, Петя. Ладно, разберемся. Собирайте парашюты. Вольно. Вольно. Собрать парашюты. Товарищ генерал-майор, вас спрашивают из штаба фронта. Соединяй. Есть. Генерал-майор Жаров слушает. Понял, спасибо. Передайте начальнику архива, приеду лично. Слушаю. Света, утром вылетаю в штаб фронта. Приготовьте документы. И Белова срочно ко мне. Schneller, schneller! Bewegt euch! Wir haben nur 2 Minuten Zeit! Wir schaffen es! Kommt! Kommt, Jungs! Komm schon! Also, stillstehen! Ja! Hans! Junge, Hans! Links! Ja! Alles klar! Ja, mach schon! Kommt! Так, бойцы, это аэродром. Место открытое. Какие будут предложения? Может, внешнее оцепление поставить? Само собой, но слишком большая территория. Ну и у них только один вариант, снайпер. А мы можем найти вероятные позиции и выстрелить туда людей. Как думаешь? В общем, так. Я займусь этим сама. А вы должны быть рядом с генералом Жаровым. Снайпера может вычислить только снайпер. Оль, подожди, что ты задумала? Я должна выбрать позицию до того, как там появится генерал. И я отправляюсь на аэродром прямо сейчас. Оль, подожди! Оля, ну постой! Оля, я очень боюсь за тебя. Выслеживать снайпера — мое дело. Ты ведь для этого меня сюда вызвал? Свидание так быстро закончилось, да? Ну да. Много работы, нужно еще документы подготовить. Ну что, до вечера. Пока. Пока. Оля на задание, Света со свидания. Хотя бы до леса. Ну, если только до леса. И обещай, что приставать не будешь. Ну, конечно, не буду. До места доберешься с ребятами из охраны аэродрома. И поосторожнее там, ладно? Хорошо. Коля, послушай, может случиться так, что я обнаружу снайпера только в самый последний момент. И в этой ситуации вы с генералом Жаровым рискуете больше меня. Поэтому я прошу тебя, будь осторожен.
Смирно! Товарищ генерал-майор, выход по моей команде. Группа, внимание! Можем. С Богом. Что, Белов, в Бога веришь? Никак нет, товарищ генерал-майор. Просто выражение такое. А вот товарищ Сталин в 41-м году, когда немцы Москву окружили, приказал погрузить икону Казанской Божьей Матери в самолет. И летчик летал над Москвой кругами всю ночь. Товарищ генерал-майор, у нас с вами режим молчания до момента, когда вы окажетесь в самолете за закрытой, подчеркиваю, закрытой дверью. Есть режим молчания. Приближаемся! По машинам! Поехали! Борисов, не отставать! Быстро!
оставляйте своих людей! Стоять и ними же! Внимание, быстро! Занять позиции! Рассредоточиться по всей длине леса! Белов. Он ушел у нас из-под носа. Товарищ майор, мы уже второй раз прочесываем этот лес в радиусе 5 километров. Все бесполезно. Лес дикий, троп нет, сплошные болота. Этот снайпер слишком хорошо подготовлен. Слишком. Так хорошо знать местность может только тот, кто давно здесь живет. Либо ему активно помогают. Может быть, какие-то старые доты, ходы. Но не зная окрестности, мы никогда их не найдем. Как сквозь землю провалился. Как сквозь землю, говоришь? Может быть, здесь действительно есть какие-то тайные лазы. Мне срочно нужен проводник. Я уверен, мы найдем его в деревне. Нюхом чую, там кто-то есть. Нюхом чую. Товарищ майор, разрешите остаться еще раз проверить окрестности. Хорошо. Действуйте, старший лейтенант Ершова. Есть. Правильного человека вы мне посоветовали, Белов. Спасибо. По машинам! Быстро! Возвращайтесь в штаб! Оля! Взлетное поле отсюда просматривается прекрасно. Где-то недалеко от места, с которым он стрелял, должна быть его лёжка. И стрелял он с левой руки. Темнеет. Сегодня мы уже ничего не найдем. Подожди.
Странно. Заколка. Ты понимаешь, что это значит? Ты думаешь, снайпер женщина? Думаю, да. Птанов, вы что себе позволяете? Какая ты у меня молодец, Ольга. Да ладно. Олеся, дорогий Павел, гэтая чарка за вас, за ваше счастье. Живите у любови и радости, дети. Горка! 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 Притормози. Ждать здесь. Странно. Никого нет. Тихо. Куда они все подевались? Сейчас узнаем. Следуйте за мной. Твой за мной. Горка! 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 Здравствуйте, селяне! Свадебку гуляем! Извините за вторжение. Кто из вас староста? А зачем он вам? Здесь вопросы буду задавать я. Я спросил, кто из вас староста? Не слышу. Я не слышу. Встали все быстро! Встали и вышли из-за стола! Быстро! Ну, я староста. Что вы хотите? Что ж вы робите, хлопцы? У нас праздник, у нас свадьба. Что вам тут нужно? На выход! Поторопись. Ты давно живешь в этой деревне? Всю жизнь. Значит, должен хорошо знать все окрестности. Ну, знаю. Хорошо, собирайся, с нами поедешь. Хлопцы, ну куда я пойду? Я старый, ноги уже не ходят. Пошкодуйте. Ты мне комедию не ломай. Я сказал, собирайся, поедешь с нами. Быстро. Ну что вы робите, хлопцы? Ну куда я пойду? Валились в хату, спортили свадьбу. Я никуда не пойду. Разрешите, я с ним поговорю. Давай, отведи его в хлев. Давай, пошел! Мы хотим знать, где в лесу находится тайная доля. Не ведаю, я ничего не знаю. Врёшь! Нет, трогайте. Я знаю.
знаешь что? В лесу все землянки знаю. Очень хорошо. Значит, ты покажешь нам их? Они тут еще с Первой мировой войны остались. Очень хорошо. Какая сознательная молодежь. А вас как раскулачивали? Так и дальше будем раскулачивать. Поедешь с нами? Сочувствуем? Никак нет, товарищ майор. Ну вот и хорошо. Поехали! По машинам! По машинам! Первое отделение! По машинам! Второе отделение! По машинам! Машина, бегом, бегом! Быстрее! Марта! Марта! Не волнуйся, тетя. Марта! Идите домой. Возьми что-нибудь, смерзнешь. Поехали! Там, за горкой. Спасибо. Тебе здесь оставаться нельзя. Возвращайся домой. Распредели людей. Есть. Рассредоточились. Не отставать. Я соль лекар за. Шмек ты стил? Я да шмек, но вовсе мой нюх. Хир. Мусишь солдаты. Фертиг махан. Feuer! Огонь! 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 Огон
Браун! Опустить машины! Солидары! Что случилось? Мы нарвались на засаду. В лесу. Землянка. Группа диверсантов. 9 человек. И кажется, снайпера положили. Женщина? Мужчина. Странно. Вот и я про то же. Что-то здесь не сходится. Есть, товарищ капитан. Давайте. За мной! Как же так? Столько ребят потеряли. Разрешите войти, товарищ майор? Заходите, Белов. Посочувствовать пришел? В общем, да. Мы же для вас крысы тыловые, вертухаи, сталинские опричники, не так ли? А вот ты скажи мне, Белов, почему Красная Армия отступала в 41-м году? Почему одни корпуса стояли, а другие отступали? Почему? Когда фрицев было одно и то же количество, почему? Почему фрицы так легко дошли до Киева? Почему, Белов? Ты думаешь, у нас только пытают, а под пытками показания выбивают, чтобы быстрее закрыть дело, расстрелять и концы в воду? Нет, ты ошибаешься, Белов. Ты знаешь, сколько сотен тысяч советских людей порадовались, когда Гитлер напал на Советский Союз? Или вот, объясни мне, почему Асмолов, например, занимается любовью с секретарем Жарова? Или почему Юшкевич, например, играет в шахматы со всем офицерским составом? Скажи мне, Белов, почему? И с Бриджем, человеком иностранного государства, почему? И почему ты, капитан Белов, который занимался пропагандой терроризма среди рабочей молодежи, сегодня занимаешься безопасностью генерала, от которого зависит состояние фронта? Знаешь, Коля, вот если бы я тебя расстрелял,
по ошибке, то для Советского Союза, Коля, это была бы небольшая потеря. А вот если бы я тебя не расстрелял, как врага народа, то при наступлении Красной Армии погибли бы сотни тысяч людей. И это моя работа. И не надо мне сочувствовать. Ты знаешь, майор, у каждого своя правда. Но война у нас сейчас на всех одна. Разрешите идти? Иди. Альбатрос Антицентрале. Альбатрос Центру. Ситуация критическая. Операция под угрозой взрыва. Центр Альбатросу. Ваша основная задача – ликвидировать объект. Для завершения операции в ваш район выслана диверсионная группа. Место дислокации – точка 16. Капитан Белов рассказал мне о том, что произошло вчера в лесу. У меня есть важная информация, касающаяся снайпера. Я могу взглянуть на винтовку убитого снайпера? Пожалуйста. Это винтовка правши, не так ли? Не понял. Видите ли, у меня есть версия, что... Что? Я точно помню, что снайпер, которого я ранил на аэродроме, левша. А еще на месте его засады я нашла вот это. Что это? Заколка. Она обронила ее, когда уходила от меня. Вы думаете, что... Убеждена. Наш снайпер – женщина. Интересно. Ну что ж, разберемся. Я тут недавно послал пулю в Москву на экспертизу. Со дня на день будет ответ. Васильев! Я! Отнеси ко мне в кабинет. Слушаюсь, товарищ майор. Ну вы молодец, старший лейтенант Ершова. Непременно доложу об этом генералу. Желаю, товарищ генерал-майор. Как долетели? Долетели вроде неплохо. Главное теперь до штаба добраться. В целях вашей безопасности вам нужно переодеться. Снимайте вашу шинель и фуражку. Когда же это закончится? Товарищ генерал-майор, это необходимая мера. Мера. Химера. Белов, что за маскарад? Все нормально, товарищ майор. Значит так. План простой. Вы выходите из самолета, садитесь в грузовик. Мы с Антоненко едем в вашей машине. Страшно? Страшно. Если честно, то страшно, товарищ генерал-майор. Но сейчас вы – это Родина. А Родина превыше всего. Выходим. Давай, машину! Давай,
быстрее, быстрее! Внимание! Отделение! А вот и машины! Быстрее, быстрее! Ну ты мастер, Белов. Это в целях предосторожности. Шинель, ты верни. А, да. Товарищ генерал-майор, несколько часов назад в лесу нами были захвачены и уничтожены группа диверсантов. В их числе был снайпер. Но пока нет точной уверенности, что это был именно тот, который нацелен на вас. Потери есть? Так точно. 8 бойцов из отряда майора Клёнина. Понятно. Вольно, вольно. Вольно. Совсем обалдел! Мишень из себя сделал! Герой! Оля, ты чего? Замолчи! Происходит. А? Что случилось? Чего дерешься-то еще при ребятах? М? Дурак ты, Коля. Почему? Нашему ребенку нужен живой отец. Что? Что ты сказала? Я беременна. Женщина, говоришь? Да. А группа диверсантов была прикрытием для нее. Но меня больше интересует,
Другой вопрос. Совершенно очевидно, товарищ генерал, что в штабе у вас орудует Крот. Кто знал дату и время вашего вылета? Антоненко знал, но я ему доверяю. Мы с самого начала войны вместе. Кто еще? Белов, естественно. Он готовил мой отлет и был постоянно рядом. И потом он нам с Бриджем жизнь спас. Минуту. Генерал-майор Жаров слушает. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Ух ты, я и забыл, что у меня день рождения сегодня. Спасибо, Ваня. Да, продвигаются. Бридж очень помогает. Думаю, что мы близки к разгадке. Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Вот так вот. Ну что же вы не сказали, что у вас день рождения? Да, майор, не товарищ генерал-майор. Давай сейчас. Хотя по рюмочке коньяку можно и выпить. С удовольствием. Я, когда погибли моя жена и дочь, решил дни рождения свои не отмечать. Но, по крайней мере, до победы. Разрешите войти, товарищ генерал? Что вы хотели? Документы на подпись. Оставьте на столе. Разрешите идти? Идите. Как вы думаете, Светлана могла знать о времени вашего вылета? Да, она была в курсе. Ясно. Но не думайте вы, что... Нет, нет. Просто я обязан думать обо всех. Это ваша жена и ребенок? Да, они. Попали под обстрел. По дороге в эвакуацию. Вместе и погибли. Давай, майор. За победу. За нашу победу. Равняйсь! Смирно! Разрешите? Товарищ майор, младший лейтенант Жильцова для допроса доставлены. Прошу. Младший лейтенант Жильцова. Присаживайтесь. У меня к вам будет несколько вопросов. Да, пожалуйста. Вспомните, кому вы могли передать информацию о том, когда и во сколько был назначен вылет генерала Жарова в штаб фронта? Никому. А вы не торопитесь. Подумайте. Может быть, кому-нибудь сказали о том, когда и во сколько будет вылет генерала Жарова? Нет, я ни с кем об этом не разговаривала. Хорошо. Вы давно служите в штабе? Около года. Очень хорошо. А с лейтенантом Осмоловым давно встречаетесь? Я не встречаюсь. Что? Не понял? Я не встречаюсь. Что? Зачем вы врете? Если об этом знает весь штаб. Давайте с вами так договоримся. Либо вы говорите правду, либо... Может, случайно. Но специально я ничего не говорила. Он ни в чем не виноват. Виноват или не виноват? Будем решать мы. Но для меня совершенно очевидным является то, что секретную информацию о Смолову передавали вы. И вы будете арестованы до окончания следствия. Кузьмичев! Я, товарищ майор. Уведите. Есть. Пройдемте. Светлана Жильцова.
Вы хоть понимаете, что он грозит за измену родине? Расстрел. Идите. Отделение во время несения караульной службы соблюдать предельную бдительность и осторожность. Я уже все. Говоришь, ушел в сторону леса? Возьми солдат. Есть. Боец, за мной. Есть. Гражданин Осмолов! Вы арестованы за измену родине! Взять его! Давай, вылезай, гад! Не стрелять! Он нам нужен живым! Быстро, за людьми! Нет! Штаб! За ним! Взять его! Стоять! Стоять! Стой, гад! Стоять! Дальнейшая связь прекращается. Мой источник арестован. Будь крайне осторожен. Я! Быстро в штаб! Проверить охрану Жарова! Есть! Пошутин за мной! Есть! Кинолог, за мной! Вы оба, за мной! Есть! Есть! Стой, гад! Есть!
За ним уйдет. Молодец, Пальма! Стой! Стой, тварь! Стоять! Так это из-за тебя! Лёшка погиб, мразь! Сколько ж ты еще людей мог угробить, а? А ты что, своих врагов не убивал? Убивал вот таких гнид, как ты убивал! И убивал! Сука, мразь! Из тебя столько парней полегло, а? Оставь его! После допроса им займется трибунал. Встань! Пошел! Пошел! Ah!
Оставь его! После допроса им займется трибунал. Встать! Пошел! Пошел! Я понимаю. У нее обратного пути больше нет. Да, думаю, теперь она пойдет на все. Хорошо. Значит так, капитан. Обеспечьте генерала Жарова всем необходимым для постоянного проживания в зале дешифровки. Будет сделано, товарищ майор. Отлично. Ваши действия, старший лейтенант Ершова. Я думаю, самая удобная позиция в парке. Оттуда я смогу вести постоянное наблюдение за штабом и прилегающей к нему территории. Давайте еще раз все обсудим. Давайте. Разрешите? Да-да. Товарищ майор, к вам курьер. Приглашайте. Есть. Проходите. Товарищ майор, вам пакет. Можете идти. Взгляните. Вам это говорит о чем-нибудь? Товарищ майор, я, кажется, знаю, кому принадлежит эта пуля. Кому? Назовите имя этого человека. Ее зовут Марта Вайнер. Марта Вайнер. Это же имя на допросе назвал Асмолов. Узнаете, капитан? Это именно та стерва, которую мы встречали в деревне. Которая была нашим проводником. И которая почему-то сдала своих. Почему? Чтобы отвлечь от себя подозрения, товарищ майор. Вполне возможно. Расскажите все, что вы знаете о ней. Мы с ней познакомились еще до войны. Мы встретились на соревнованиях по стрельбе. По линии Коминтерна. Марта полька немецкого происхождения. Она тогда обошла меня с разницей в одно очко и выиграла золотую медаль, а я взяла только серебро. Продолжайте, лейтенант Вершов, продолжайте. Она мне тогда показала свою фирменную пулю, я запомнила тевтонский крестик. Тевтонский крестик. Это все, что вы знаете о ней? Так точно. Белов, доложите Жарову обстановку. Можете идти. Есть. Нам осталась последняя страница. Что скажете, Бридж? У меня странное чувство, генерал. Вот расшифровка первых пяти страниц. Их делали товарищ Шушкевич, Рудина, Лифчиц. А вот шестая и седьмая. Меня интересует восьмая, Бридж. Восьмая. В том-то и дело, коды в них раскрыты, но трактовка... Что трактовка? Как будто первые пять страниц и последние три из разных документов... Дайте посмотреть. Как нарочно запутан шифр... Да, вы правы. Ощущение, что расшифровывали абракадабру. Кто делал расшифровку с шестой по восьмую? Асмолов и Дорохов. Но Дорохов уже неделю в госпитале. У него осложнение после аппендицита. Ясно. Асмолов. Время тянул, гад. Дорогие мои, понимаю, все устали. Но у нас еще целых три страницы. Из-за предателя мы потеряли много времени. Работаем, работаем! Скажу,
Рейжла. Поехали. Боже, ты же все врал. Какая я дура. Какая я дура. Стоять! Из машины, быстро! Оля, что-то случилось? Мы тогда с ней очень подружились. Она мне рассказывала о своей семье, об отце немца, матери Польке. Мы даже обменялись адресами, начали переписываться. А потом, когда началась война, она прислала мне открытку. С днем рождения. И все. Я не могу поверить. Оль, война разводит людей. И я считала ее своей подругой. Я должен буду уничтожить эти письма. Ничего другого не остается. А теперь кто-то из нас должен... Оля, мы на войне. Она сделала свой выбор. А я свой. Выходи! Обыскать весь дом! Где она? Кто? Я спрашиваю, где она? Не знаю! Где? Не знаю! Обыскать весь двор! Быстро! Товарищ майор, в доме никого нет! Где твой мож? Не знаю. Я спрашиваю, где твой мож? Рано выехал, ничего не сказал. Не знаю! Где твой мож? В лесе он! Маре, за мной! По машинам! Лучше адресу забей! Встать! Кулак от роди! Где она? Я тебе ничего не скажу! Собака! Бешеные псы!
Вы отобрали у меня все! Вы отобрали у меня землю! Посмотри на поле, раньше была пашня, а теперь, когда вы пришли, только полынь! Я тебя ненавижу и всех твоих коммунистов! Сука! Ты у меня столько заговоришь! Заберите его! Забью! По машинам! К лесу! Слушайте внимательно. Вы должны проникнуть внутрь штаба и любым способом заставить генерала покинуть здание. Они усилили его охрану до предела. Здесь и здесь плотные кордоны. И кроме того, среди них снайпер. Очень хороший снайпер. Вам понятно? Вам все понятно? Я займу позицию в парке. Думаю, она может появиться здесь любую минуту. Только без лишнего риска, прошу тебя. Ну все, дальше я сама. И помни, я тебя очень, очень люблю. Береги себя. Это последнее? Да, товарищ генерал. Бридж, проверьте. Окей. Так. Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться? А, Белов, обращайтесь только быстро. Если коротко, то вам нельзя отсюда выходить. Кажется, мы вычислили снайпера. Ну вот и хорошо, я в вас не сомневался. Это все? На данный момент все. Мы обеспечим вас всем самым необходимым. Вас понял. Можете идти. Товарищ генерал-майор. Да. Что еще? Удачи вам. И тебе, капитан. Есть! Есть, Лев! Давай, Кавказ, молодец, молодец! Есть!
Есть, товарищ майор! Товарищ майор, смотрите, здесь землянка. Ну вот и логово. Нашла же место, тварь. Она где-то здесь рядом. Она должна быть здесь. Я это чувствую. За мной, бойцы! Быстро! Вперед! Вперед, Вальма! Идем! Мы уж заждались. Давайте разгружаться. Thank you.
меня! Отнесите майора Клёнина в штаб. Слушаюсь, товарищ капитан. Давайте в санчасть, быстро! Есть! Давай, в санчасть, быстро! Товарищ генерал-лейтенант, поставленная задача выполнена. Немецкий код расшифрован. Больно. Поздравляю, генерал-майор. Спасибо. Как там со снайперами? Разобрались? Разобрались, товарищ генерал. Старший лейтенант Ершова, подойдите ко мне. Старший лейтенант Ершова. Вот, товарищ генерал, это наш снайпер. Именно благодаря ей мы и решили эту проблему. Правда, не без потерь. Когда уезжаешь? Сегодня. Разреши, я тебя по-отцовски обниму и поцелую. Спасибо, дочка. Служу Советскому Союзу. Береги себя. Разрешите идти? Иди. Ну что, Ваня, приступаем к расшифровке документов? Спасибо. Мне хотелось бы попрощаться с майором Клёниным. Старший лейтенант Ершова, машина вас будет ждать на аллее при выезде из парка. У вас на все 15 минут. Есть. Разрешите войти, товарищ майор? Да-да, заходите.
Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю. Как вы себя чувствуете, товарищ майор? Гораздо лучше, спасибо. Товарищ майор, если бы не вы... Да ладно, перестань. Я сам вас хотел поблагодарить за ликвидацию диверсантов. Если был строг, извините. Работа такая. Ну что вы, товарищ майор, мы все понимаем сами. Это война. Ну вот и хорошо. Товарищ майор, я сегодня уезжаю и хотел бы с вами попрощаться. Прощайте, старший лейтенант Ершова. Товарищ майор, можно вас поцеловать? Можно. Спасибо. Будь здоров. И береги себя. Даст Бог, свидимся. Ну ладно, идите. Поправляйтесь. Спасибо. Старший лейтенант Ершова, поторопитесь. Как доберешься, сразу напиши. Старший лейтенант Ершова и капитан Белов больше никогда не встретились. Ольга была отозвана в тыл. В мае 1945 года у нее родилась дочь. Капитан Белов и весь его отряд погибли при взятии Берлина за 6 дней до победы. Ну что, мужики, ждем-пождем, а вось и мы с войной идем.